Предоставляется главе администрации города Шахтерска Швыдкому Алексею Владимировичу. Сегодня мы находимся на месте трагедии. Ровно 3 года назад киевская хунта отдала беспрецедентный приказ об уничтожении, убийстве 298 человек. Сегодня мы обращаемся к международной следственной группе и просим объективно расследовать обстоятельства данного инцидента. Киевская хунта должна ответить за каждого погибшего на территории Донбасса. Прошу всех присутствующих почтить память погибших минутой молчания. Руководителю общественной организации «Молодая республика» Никите Владимировичу Киосеву. Приветствую, друзья. Хочу в первую очередь выразить слова соболезнования и поддержки семьям, чьи родные погибли здесь. Донбасс с вами, Донбасс скорбит с вами уже 3 года. Это ужасная катастрофа, произошедшая 3 года назад. Это событие нельзя назвать никак иначе, кроме как ужасное и бесчеловечное преступление украинских силовиков. Однако еще более циничным является поведение украинских политиков, которые пытаются возложить эту вину на наши плечи и плечи наших товарищей. Однако мы знаем, что правда на нашей стороне, и что истина рано или поздно восторжествует. Поэтому желаем всем вам мужества и стойкости духа. С нами правда, с нами Бог. Дайте правду по Боингу! Правду! 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 Правду!